захватил с собой книжку одну, я ее, честно говоря, еще пока не читал, вот так пролистал немножко. Называется она «Тайное общество» или «Кто правит миром». Вот, это в каком-то смысле упрощенный и общепринятый подход к рассмотрению того, о чем будем сегодня говорить. Вот в прошлый раз, когда мы обсуждали тему странности войны 41-45 годов, я рисовал такую картинку. Здесь у нас был Гитлер, здесь у нас был Сталин. И если рассматривать эти две фигуры исторически как противоборствующие, то возникает на самом деле очень много вопросов и странностей в поведении как того, так и другого. Но когда мы ставим над ними некоторую настроечку, которая управляет этими, часто говорят, шестерками, сразу становится очень многое ясным. Но мы назвали эту настройку условным словом, но это условное слово, в принципе, не такое уж условное. Назвали словом ордена. Не орден, а ордена. Почему не очень условное? Да потому что по существу вот в этом корне, жалко, что нет Валеры Тишакова, кроется объяснение очень многих вещей, которые происходят при управлении любыми структурами большими. Ну, немецкое слово «орнунг», английское слово «ода» – «порядок», русское слово «орда» – отсюда же идет, кстати. Орда, орнунг, орден, да, и орден отсюда же идет. То есть структура, которая управляет порядком. Поэтому вот и возникает такой вопрос, а что все-таки правит миром-то? Если даже сильные мира сего, вроде Гитлера и Сталина, тоже подчиняются этим странным таинственным силам. Но тут я еще скажу одну вещь, тоже, может быть, полемическую, но удивительную. Вот то здание, где мы сейчас находимся, имеет прямое отношение к тому, о чем я рассказываю. Значит, все знают, что в годы, в годы войны при Сталине были так называемые шарашки, да? То есть там работали ученые, тот же Туполев, тот же Курчатов, да вообще там и математики, и физики все работали. Вот. Традиционно считается, что это были какие-то такие, не то чтобы тюрьма, но, в общем, очень сильно, ограничения в правах. Люди сидели, выполняли работу, а ничего другого делать не могли. А на самом деле они все работали, в общем-то, по каким-то программам государственным и научным и так далее. И результатом этих программ явились наша космическая программа, наша ядерная программа. В принципе, если говорить о более ранних годах, это план Гойл-Ро, когда нищая и совершенно, безграмотная Россия вдруг стала электрифицированной. Это первые российские пятилетки. И, извините, это то, чем до сих пор гордится Россия, это российское образование. Советская, российская система просвещения. Была система всеобыча организована. Только не надо приписывать это, естественно, ни Сталину, ни тем более Гитлеру, потому что это была некоторая управленческая программа, которая имела очень большой успех. И до сих пор мы кормимся плодами этих успешных программ. И я не слышал доклада, который был по космической программе американской, но и американская космическая программа, и советская космическая программа были плодами вот этого проекта, о котором я сегодня буду пытаться говорить. Проект цивилизационного, общецивилизационного проекта. В частности, одним из продуктов этого проекта цивилизационного было, как это ни удивительно, создание Советского Союза. То есть СССР – это тоже некоторый программный продукт, системный. Вот. А в результате каких-то противоречий произошло то, что произошло. Я сегодня несколько цитат проведу на эту тему. Еще маленький пример, чисто тоже цивилизационный. Муравейник. Безумное количество особей, муравьев, которые
живут в своей цивилизации, муравьины. Каждый муравей знает четко свой маневр. Там есть муравьи рабочие, есть муравьи-охранники, муравьи-воины, муравьи, которые там таскают эти какие-то вот эти яйца, муравьи, обслуживающие матку. Я не специалист в этих биосистемах, но известно, что это безумно слаженный организм. Если вы муравейник разрушите, он очень быстро восстанавливается, муравьи сразу переключают свои функции. Кто управляет этим муравейником? То есть очень многие люди думают, вот есть какие-то масоны, которые, или какие-то там тайные общества, или мировое правительство, которые дергают за ниточки и всем управляют. Это примитивная точка зрения. Никто в муравейнике никаких ниточек не дергает. Каждый муравей знает свой маневр. Так же, как и сейчас, вот также наши правители тоже знают маневр, они те самые шестерки, которые, получая команду от системы, аккуратненько их исполняют. Значит, к чему я? Нет, это потом. Я немножко буду философствовать, чуть-чуть, но потом буду приводить документы. Ну вот, берем два числа, нолик и единичка. Ничего здесь нет идеологического. Спорить здесь просто не с чем. А в принципе, вот все вот эти две цифры всем управляют. И по существу все строится вот на противопоставление нуля и единички. Как это не смешно. Но еще удивительное, что вот этих нулей и единичек, как чисел, это никогда не существовало в цивилизации человеческой, потому что все числа начинались с двойки. Число единичка появляется только в 17 веке, которое изобретает Симон Стивен, вот, и с пены у рта отставит, что это единичка может стать числом, но его не принимают, и в 18 веке только единичка становится числом. А ноль, как число, появляется вообще в 19 веке. У Ньютона еще нуля нет. Но я эти числа привожу, потому что мы-то люди современные, понимаем, что это значит. Значит, идем дальше. Я вот буду по этой цепочке идти. Ну, понятно, что единичка – это все, а нолик – это ничего. Но, в принципе, они и так и в языке отображаются. Ноль – это по-латыни «нихель». Или по-английски «нил», «нуль» и так далее. Это означает «ничто». А единица – это «юнит». Так-то фактически это «все» или «ничего» – как бы две вещи, которые стоят на двух разных полюсах. С этим тоже спорить нельзя, и, в принципе, вот вся дискретная математика на этом основана. Сигнала «нет» – значит «ноль». Интерпретируется сигнал «есть» – это как единичка. Причем уровень сигнала не имеет никакого значения. Главное, есть он или нет. А я теперь перехожу к нашей картинке цивилизационной. Вот. Это мы изучаем объект. Но в данном случае всю цивилизацию изучаем. Как изучает цивилизацию традиционная история? Изучает как бы по документам, по источникам, по каким-то упоминаниям, по каким-то бумажкам, на которых печати стоят. Я называю это точечное изучение, изучение с помощью источников. Ну, Николай Сергеевич, мы с картинкой много раз рисовали, да? Вот. Это традиционный подход. Но если хотите, напишем здесь буквы ТИ. Традиционная история, традиционная наука, традиционные подходы, старая парадигма. То, что предлагаем мы, проект «Цивилизация», который изучает все эти процессы, это мы предлагаем изучать вещи, выходящие за пределы традиционных представлений. Вот. Ну, кто математик, кто знает, мы изучаем так называемые опорные плоскости. То есть мы в источниках чаще ищем не то, что в них есть, а то, чего в них нет. И часто бывает, что вот этот признак гораздо более эффективно работает, чем нахождение каких-то прямых вещей текста. Вот. Но то есть, почему это ноль и единичка? Значит, традиционно это то, что внутри, а нетрадиционно, но написано сюда новая парадигма. Не будем писать НХ. Новая парадигма это то, что вне. То же самое противопоставление, что нолик и единичка, все или ничего. В
чистом виде, кстати. ТИ и НХ – это два антипода. Если брать, приходить опять к порядку, то, если хотите, это чисто философски, это то, что называется порядок, или то, что детерминировано. А это, можно сказать, беспорядок, это хаос, но который очень продуктивный, если его анализировать системным образом. И вот переходя уже к управлению миром, в каком-то смысле это западная культура, или культура, будем говорить, германская, культура порядка, это то, что вот Чешков порядок. А это культура хаоса, культура беспорядка. А ясно, что они между собой, значит, Запад – это Восток. И эти культуры, они с одной стороны друг другу противостоят, а с другой стороны они друг друга дополняют, конечно. Потому что ясно, что из беспорядка рождается хаос, из хаоса рождается порядок. И противоречие, которое было в этой войне 41-45 годов, вот здесь очень ярко, кстати, проявлялось. И это тот же самый философское представление между формой и содержанием. Значит, вот это, если хотите, форма внутри. Формальная запись очень четкая. А смыслы, которые стоят вот здесь, их за хвост не поймаешь формально. Это содержание. То есть форма и содержание находятся в разных местах. Нолик и единичка. Ну, ладно, я могу очень долго об этом говорить, но почему я к этому прицепился? Да потому что цивилизация управлялась всегда именно с помощью вот таких, как бы, сопоставлений и противопоставлений. И в каком-то смысле, в общем, люди пытались какие-то числа выловить. Четыре числа, которые управляют всем миром. Но кто занимается теория управления миром, это четыре числа знают. Четыре числа знают. Кто знает эти четыре числа, которые управляют всем миром? Никто не знает. Я их напишу, но комментировать пока не буду. Числа такие. 3, 7, 13 и 33. Считайте, что это некоторая криптограмма, некоторое послание цифровое человечеству. И получается, что всегда существовали люди, которые понимали, как устроена цивилизация, и как устроен мир, как вот Сережа сказал, что информационный бог. В каком смысле люди, которые соприкасались с информацией и умели ее интерпретировать. И они выстраивали всю цивилизацию, причем независимо от того, где они находились. Не было понятия государства, сами понимаете. Где бы они ни находились, в Египте, в России, в Европе, на Востоке, где угодно, те, кто понимали, вот существует, вот, как устроена цивилизация, ну, как устроен муравейник, они так этой цивилизацией и управляли. Значит, не потому, значит, да, что нужно было им для того, чтобы эту информацию зафиксировать? Нужна была письменность. И эта письменность была изобретена не для, как сейчас мы считаем, письменность – это средство массовой информации, это способ передачи информации, если ничего подобного. Это был способ шифрования информации. И это было еще в 16 веке. То есть письменность была способ информацию зашифровать, сохранить, и эту информацию передавали, ну, как сейчас говорят, ну, для избранных. Все прекрасно знают, что в России еще в 19 веке Библия была запрещена. Это тоже известная вещь, потому что это был секретный документ. Его нельзя было распространять, нельзя было видеть людям. Потому что это был документ, который был доступен только посвященным. И как одно из руководства действия. И тогда, вот если понять вот то, что я сейчас говорю, становится понятным очень многое. Во-первых, сразу становится понятно, почему в самых разных уголках Земли эпос практически одинаковый.
И вот я, ну, я дал пример вот современный, ну, как, может быть, это анекдотический, но я его потом приведу. Значит, ну, вот видите, это карта России. Вот сейчас на месте гостиница «Россия», что тоже очень символично, пытается соорудить парк, и один из проектов, который, возможно, победит, это будет как раз вот эта безумных размеров карта России в виде парка размещенная. Вот. Но, кстати, то, что карта России на месте гостиницы «Россия», это не случайное совпадение. Вот это из этой же части. То есть, когда в Москве определяли, где делать митинги в последнюю президентскую кампанию, вы думаете, случайно выбрали Болотную площадь и Поклонную гору? Не случайно. Это сделано именно с учетом той информационной матрицы, о которой я говорил. То есть Болотные собрались на Болотной, а Поклонные собрались на Поклонной. Это как бы шутка, вроде бы, а на самом деле нет. Это тоже результаты продуманного цивилизационного плана. Причем этот план не является российским или американским, или английским, как часто пытаются говорить, что вот есть какие-то закулисные, там, дядя Сэм или там Англия всем управляет. Ничего подобного. Это люди руководствуются информационными законами. Также построена космическая программа. Я сегодня не буду о ней говорить подробно, но если ее проанализировать, американскую космическую программу и российскую, они все сделаны по одним и тем же лекалам и, как можно говорить, в одной и той же лаборатории. Вот, и сейчас к этой карте вернусь, еще скажу два слова. Значит, это же как-то вроде как бы странным кажется, а на самом деле закономерно, что в 19 веке, до 19 века, не было никаких наций в мире. Люди жили как кошки в собаке. Если взять ту же Италию, это небольшая территория, это вот этот итальянский сапожок, а на самом деле он гораздо меньше, потому что там Апеннинами занято все, и народ живет на побережьях. И они враждовали между собой так, что просто перья летели, известно. Венеция враждовала со всеми остальными, Флоренция с Эйвом, битвы были кровопролитными, безжалостными, и никакие итальянцы не воспринимали себя как итальянцев.